13 березня 1927 року було розпочато виробництво мініатюрних лампочок для кишенькових ліхтариків. Ми вирішили дізнатись, які ліхтарики є зараз та як обрати свого світлячка. На сьогоднішній день ліхтарик є, мабуть, у кожного, а цілий арсенал їх різновидів задовольнить будь-яку потребу. Исключительно являються, можна сказати, такими виносливими фонарями. Світять довго, но при этом мають довольно-таки великі габарити. То есть его уже изначально как карманно использовать, очевидно, нереально. Но в каких-то пещерах или в каких-то там поисковых операциях или даже в военных целях он более чем подходит. То есть у него имеется противоударность, у него имеется влагостойкость, ну и все, в принципе, те факторы, которые необходимы для того, чтобы мы выжили, благодаря этим фонарям. Ці рукотворні світлячки – незамінні помічники при різних видах діяльності – на виробництві, на полюванні, під землею та навіть під водою. Подводных фонарей вообще специфическая штука, то есть это там фонарь, который должен выдержать определенное давление воды, то есть, например, на 5, там, 10-15 метрах. При этом у него не должен быть конденсата, при этом он не должен полностью потерять свою работоспособность, он должен выдержать температурный режим, так как чем ниже температура, тем быстрее фонарь выходит из строя, точнее его элемент питания. Якість ліхтарика фахівці також визначають за вбудованими лампочками. Фонари, которые изначально идут с лампочками накаливания, ну, то есть старого советского типа. Они, в принципе, с обихода никуда не выходят, но стараются постепенно их заменять. Почему? Потому что лампа накаливания есть лампа накаливания. Удар, повреждение или какая-то малейшая вибрация, нить лопается и все. В принципе, фонарик выходит из строя, приходится этот источник света, прямого света менять. Дуже популярні сьогодні освітлювальні прилади зі світлодіодними лампочками. Тоже совершенно другая конструкция, и у него нету никакой лампочки, у него идет элемент, через который проходит электрический ток, он, собственно говоря, из-за дуги дает нам свечение. То есть это уже намного интереснее. Почему? Потому что как бы вот такое понятие, как ударостойкость, для него уже, в принципе, ну, само собой разумеющееся. Ліхтарик з малими габаритами працює довше, але світить не так яскраво, як великогабаритний. Габариты не просто так сделаны, это, опять же, изначально идет у нас количество элементов питания в нем. Соответственно, чем больше у него мощность идет, тем больше в нем элементов питания, это дает его габариты, то есть, грубо говоря, вот до такого вот. То есть он светит долго, он светит ярко, но изначально он идет вот такого вот плана. Вот. Следующий вот этот, вот, например, то же самое, то есть он идет больше семафорного типа. Кратковременное, но долгое свечение. То есть он освещает большую площадь, и при этом все, то есть, дает довольно-таки хорошую мощность, но долго он не посветит. За 90 років свого існування ліхтарики змінили свої форми і призначення, але все так і залишаються рятівним промінчиком світла у темряві.